Будем в social casting. Начинается завершение дня подготовка к девушкам. И 14 февраля ждем вас всех на финальной части конкурса. Очень хорошее впечатление. Мне понравилось и меня очень обрадовало то, что многие девочки подготовлены, многие занимаются танцами, поют. То есть я думаю, творческие номера будут шикарные. Меня зовут Александр Плотников. Сегодня мы здесь, в культурном центре Академии. Выбираем участниц для конкурса. Моя задача – это эстетический подход в конкурсе. Это фото, видеопродакшн сегодня. Мне запомнилась больше всего девочка из Шадринска, потому что она очень естественная. Она первый раз участвует в конкурсе в Курганском. Я думаю, будет очень интересно на нее посмотреть. Я им пожелаю быть естественными, не стесняться, потому что, я думаю, стеснение – это самый главный враг и зажатое стеснение на сцене. Так что я им пожелаю быть уверенными в себе.